спорт, ты мир, хорошее настроение и, конечно, здоровье. А какими видами спорта предпочитают заниматься люберчане? Давайте узнаем у них. В эфире рубрика «Свободный микрофон». Коньки люблю. Коньки тоже вот просто, знаете, катаешься. Ну, когда на роликах умеешь, вообще очень легко научиться. Хоккей. Можно в футбол поиграть. Да. Зимой. Зимой, да. Тоже футбол нормально. А почему именно футбол? Ну, как бы это более мужской спорт, и как бы смотрю футбол, эмоции, все. И очень хочется заниматься, тоже стать таким же великим футболистом. Коньки, лыжи, все. А где занимаетесь этим? С друзьями ездим в Измайловский парк. Люблю лыжи. Очень люблю лыжи. И знаете, недавно научилась на сноуборде кататься. Это вообще великолепно. Такой драйв, адреналин. Футболом раньше занимался. Сейчас хожу в комплекс «Геркулес». Боксом, качалка. Ради высоких спортивных побед или просто ради собственного здоровья люберчане спортом занимаются и активно. Так что пусть каждый последует их примеру. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Куликов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». We'll be right back.